Добрый день, эфир телеканала CBC продолжает специальный выпуск. Поговорим в этом эфире о коронавирусной инфекции. Какими темпами она распространяется в Азербайджане? В последние дни мы видим, к сожалению, рост инфицированных коронавирусом. И как в целом обстоит ситуация в мире, где, к сожалению, также число зараженных коронавирусной инфекцией достаточно высоко. Обсуждать эту тему будем с нашим специальным гостем Севинч Зейналовой, доктором-терапевтом. Севинч Ханум, здравствуйте и добро пожаловать на наш специальный выпуск. Спасибо. Я думаю, всех наших телезрителей волнует главный вопрос. Почему число инфицированных коронавирусной инфекцией стало расти в Азербайджане? Они сейчас, число растет по всему миру. Мы видим это и в Российской Федерации, и на Западе, и в Соединенных Штатах. В Азербайджане вчера число превысило 800. Стоит ли нам ожидать, что эта цифра продолжит расти? И чем вызван такой скачок инфицированных? Значит, повышение числа я бы связала с тем, что люди не серьезно относятся к этому заболеванию. Мы вот и по дороге, и в транспорте всегда наблюдаем, что ношение масок, можно сказать, они не носят маски. Маски или на подбородке, или на локте, или в кармане. Везде, только не на лице. И это воздушно-капельная инфекция. Она передается и воздушно-капельным путем, и воздушно-пылевым путем, контактным путем. Поэтому, если больной коронавирусом, допустим, сел в лифт без маски и чихнул там или кашлянул, то в этом случае эти взвешенные частички, они остаются в воздухе длительное время. И если туда зайдет второй человек, то при вдохе эти частички попадают в дыхательные пути. И в зависимости от возраста пациента, в зависимости от состояния его иммунной системы, мы не знаем, как поведет себя в его организме этот вирус. И поэтому к правилам гигиены относятся несерьезно. Я только с этим связываю, это мы все с этим связываем. Это потому что не только у нас в Азербайджане, мы и за рубежом наблюдаем, что люди к ношению маски, к правилам гигиены относятся несерьезно. Это могут быть, допустим, не только, как вам сказать, ношение масок. Мы бываем в маркетах, покупаем разные продукты. То же самое больной, если дотронулся, вот, допустим, чихнул или кашлянул, и, значит, не соблюдая правила гигиены, рукой дотронулся до лица, а потом до этих пакетов, любой человек, который покупает там продукты, он эту вирусную инфекцию заносит домой. И дома так происходит распространение. Очень много было разговоров об эффективности также ношения перчаток. Кто-то говорит, что если использовать перчатки, то, соответственно, это может вас обезопасить. Другие говорят, что наоборот, на перчатках сосредотачивается очень много количества бактерий, которые быстро могут, человек может сам себя заразить ими, когда дотрагивается до лица. Мы не застрахованы тем, что если у нас перчатки, мы не будем касаться своего лица. Насколько эффективно и важно, помимо масок, также надевать перчатки? Перчатки носить важно, но если, как вам сказать, чтобы люди не были, были бы спокойны, что да, если я в перчатках, я не заражусь. То есть если он соблюдает правила гигиены, даже если в перчатках, все равно он должен обрабатывать руки спиртовым раствором или мыть часто руки. То есть перчатки защищают только руки, но они не защищают дыхательные пути. То есть человек без маски в перчатках, он все равно не защищен. Тоже будет способствовать распространению инфекции. Потому что мы в течение дня, независимо от себя, несколько раз, даже в течение не то что дня, в течение часа, несколько раз до лица, до носа дотрагиваемся. Это от нас независящие причины. И если вирус уже на перчатках, и мы не вымыли руки, то, конечно, мы будем способствовать распространению этой инфекции. А где, по-вашему, наиболее вероятно заразиться коронавирусной инфекцией? Это метро, это транспорт, что еще вы можете перечислить? Это места, где больше скопления людей. То есть, если мы находимся на свежем воздухе, то заражение вирусной инфекцией очень маловероятно. А если в места большие скопления людей, метро, транспорт, маркеты, значит, большие торговые центры, то, конечно, и если нет там ношения масок, то заражение, риск заражения повышается. И я очень часто наблюдаю, даже на свежем воздухе, многие не носят маски, что мы дышим свежим воздухом. Но нет никакой гарантии, что проходящий рядом с вами человек в этот момент не чихнет или не кашлянет, то в это время происходит заражение. То есть расстояние 2 метра никто с вами на свежем воздухе не будет держать. И поэтому ношение масок на свежем воздухе тоже обязательно.
Вот мы с вами говорим про ношение масок. Я думаю, что для наших телезрителей также важно знать, что маску нужно носить правильно. Кто-то правильно решает, что если закрыть только рот, этим самым он может себя обезопасить. Или мы часто видим, что люди носят маски на подбородке, на локтях, да, на руках. Да. То есть, по-вашему, также нужно закрывать полностью и нос, и рот? Полностью нос и рот закрывать. Даже мы, когда были на тренинге, нам объяснили, что вы должны, говорит, настолько закрыться, что даже вот, как вам сказать, расстояние кончика иглы не должно проходить. То есть вот настолько сильно надо закрывать, потому что они очень маленькие, эти вирусы. И поэтому, если больной только прикрывает рот, то он через нос, конечно, попадает в носоглотку. И больной, зараженный коронавирусом, он может в течение нескольких дней даже не знать, что он заражен коронавирусом, потому что могут не проявляться никакие признаки. Мы знаем, что коронавирусная инфекция, она в течение 3-4 дней задерживается в носоглотке. То есть, если больной, конечно, побывал в общественном транспорте или в магазине и без маски, хотя бы после этого должен принимать меры предосторожности, то есть прополоскать нос, горло или свиным раствором, или раствором перекиси. Потому что через уже 3-4 дня эти вирусы попадают в дыхательные пути, и если иммунная система больного ослабла, то очень тяжело переносит это заболевание, может привести к дыхательной недостаточности, к острому респираторному дистресс-синдрому. То есть молодые люди, они не только должны думать о себе, они должны думать и о домашних, что дома пожилые люди, бабушки, дедушки, родители, у которых сопутствующие заболевания, и которые могут после заражения коронавирусной инфекцией не остаться в живых. То есть к этой проблеме надо серьезно отнестись. Сергей Михайлович, давайте с вами также обсудим и первичные симптомы коронавирусной инфекции. Мы знаем, в принципе, о некоторых их образованиях, но при этом у каждого человека он может проходить по-разному. Mm-hmm. Это еще с весны стало известно. Какие первичные симптомы, которые человек чувствует, могут дать на 70% гарантию, что это коронавирусная инфекция? Mm-hmm. Посмотрите, значит, когда вирус попадает в организм, как я сказала, он может в течение 5 дней и максимум 14 дней не дать никаких признаков. То есть больной чувствует себя абсолютно здоровым. И день заболевания считается тот день, первый день заболевания, когда больной уже почувствовал первые симптомы. То есть может быть першение в горле. У некоторых больных повышается температура. Но я должна объяснить и то, что повышение температуры не обязательно. Вот в последнее время у меня было очень много пациентов, которые без температуры. Просто сказали, что доктор, у нас изменились вкусовые качества, то есть вкус мы потеряли или запах мы не чувствуем. Мы сделали уже неделю, говорит, у нас я не чувствую вкуса еды. Я направила пациента на компьютерную томограмму, и компьютерная томограмма показала, что оба легких, там матовая легкая, то есть двусторонняя пневмония. Хотя у больного нет никакой температуры и больше ничего, никакой ломкости в костях, значит, ничего нету. А так в основном бывает повышение температуры. Температура бывает не очень высокая, она может быть 37,3, 37,4, максимум 38-39, это в редких случаях очень высокая температура, фебрильная температура бывает. Першение в горле, слабость. Это первые признаки. Но это обычно больных беспокоит в течение первых 4 дней. А на 5-6 день уже начинаются проблемы с дыханием. У больных появляется затруднение дыхания, им тяжело бывает выдохнуть воздух. И если у больного есть сопутствующие заболевания, то нехватка воздуха на 7-8-9 день еще более углубляется, и больному бывает необходима уже искусственная вентиляция легких, чтобы они могли глубоко дышать. И если у больного, допустим, сахарный диабет или сердечно-сосудистые заболевания, то проблемы могут дать осложнение и на сердечную систему, то есть коронавирус может осложнить и сердечно-сосудистую систему, в то же время может дать осложнение в мозг, почки. То есть, вот, тем более мы с марта месяца знакомы с этой проблемой. Вот британские ученые, они определили, что, значит, при коронавирусе, если раньше они считали, что коронавирус это обычная ОРВИ, которой мы всю зиму, можно сказать, очень часто встречаемся, по несколько раз болеем, то они определили, что в крови больных коронавирусом начинает сгущаться кровь, появляются тромбы. Вот этим и опасна, значит, эта инфекция. Эти тромбы появляются не только в сосудах легких, но и в сосудах сердца, в сосудах мозга, в сосудах почек. В то же время образуется рубцовая ткань, то есть в легких появляются такие склерозированные участки, поэтому больному бывает очень трудно вдохнуть и выдохнуть воздух.
И еще мы знаем, что в легких есть, значит, система защиты. Это сурфактантная система. Сурфактантная система, она состоит из, значит, липида и белка. И что они делают? Они обволакивают альвеолы, и когда больной выдыхает воздух, препятствуют их слипанию. А при коронавирусе вот эта система нарушается. Это приводит к тому, что больной, когда глубоко выдыхает воздух, альвеолы слипаются, и он потом его вдохнуть не может. Начинается дыхательная недостаточность. А вот многие, я думаю, телезрители также согласятся со мной в этом вопросе. Некоторые врачи утверждают, что если человек чувствует, что он заболел, но при этом у него есть насморк, то это 100% не коронавирус. Есть ли такое поверье? Да, при коронавирусе очень редко бывает насморк. Насморк часто не встречается. В основном бывает сухой кашель, отделение мокроты, тяжело больному бывает дышать. Вот потеря вкусовых, вот при, значит, обычном ОРВИ тоже бывает, что мы вкусовые качества теряются. Но при ОРВИ, допустим, мы не назначаем разжижающую кровь, а здесь обязательно нужно. То есть, конечно, нужно сначала проверить коагулограмму пациента, и обязательно, потому что здесь идет сгущение крови, образование тромбов. Это очень серьезная причина, и поэтому обязательно нужно больному назначать антикоагулянт. Без него лечение у нас не идет. Скажите, пожалуйста, а насколько система здравоохранения Азербайджана сейчас на сегодня готова к принятию пациентов, к предоставлению необходимого лечения и в целом ко второй волне коронавирусной инфекции? Если раньше, в марте месяце, все пациенты, которые болели коронавирусом, конечно, они, значит, обращались, значит, скорая отводила их в больницы, то сейчас все это распределилось по поликлиникам, значит, участковые врачи сами наблюдают этих больных, и если тяжесть больных, допустим, у них легкое течение или средней тяжести, больные лечатся дома под наблюдением участкового врача, но, конечно, участковые врачи дистанционно держат с ними связь, через каждые 6 часов поддерживают с вами пациентами, значит, узнают о состоянии их здоровья. Но если у больного, допустим, снизилась сатурация ниже 80, больному тяжело дышать, и есть такое указание, что если больной прошел компьютерную томограмму, компьютерная томограмма указывает на матовое легкое, таких больных держать дома неправильно, они лечатся в условиях стационара. То есть вот так как распределение пошло на поликлинике и на стационар, нагрузка на стационар немножко уменьшилась. Да, и я бы хотела под конец также узнать ваше мнение, были ли среди ваших пациентов те, кто заразился коронавирусной инфекцией дважды, повторно? Были повторные случаи? Повторные не было, но есть возможность заражения повторный раз. Вот как мы в течение года по несколько раз можем заразиться гриппом, так и после коронавируса. То есть в очень короткий срок бывает такая, что они не заражаются, но длительного иммунитета от коронавируса нет. И, соответственно, пока еще нет никакой вакцины и нет никаких препаратов, которые могли бы обезопасить человека от коронавируса. Пока только личная гигиена. Это личная гигиена, ношение масок, ношение перчаток и использование обязательно спиртовых растворов очень хорошо помогает. Что ж, будем надеяться, что наши телезрители и в целом все граждане Азербайджана и вообще люди во всем мире будут следовать всем предписанным инструкциям, что позволит затормозить распространение коронавирусной инфекции. Спасибо вам большое, Севинчханум, за интересную беседу. Спасибо вам. Напоминаю нашим телезрителям, это был специальный выпуск в прямом эфире на телеканале CBC. Мы обсудили тему распространения коронавирусной инфекции как в Азербайджане, так и во всем мире. Гость, который присоединился к нам в студии, Севинч Зейналова, доктор-терапевт. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся в прямой эфир.